Всем привет, с вами Ниагара, продолжаем проходить Resident Evil 5. И давайте посмотрим то, что я сделала за кадром. Вот такое у нас вооружение наших персонажей. У обоих есть по лечебному спрею. И в прошлой части я заработала аж 25 тысяч. Это очень много. Я купила им ракетницу, но она сейчас находится у нас в багаже, который доступен в режиме меню. Я прокачала пистолет у Криса. Да, купила им вот эти лечебные спреи. Подумывала купить что ли пистолет Шелли, но как-то это... Ну есть пистолет у Криса, и Шелла прекрасно справляется. Она хорошо меня прикрывает с помощью автомата и дробовика. И нормально, у нее есть еще винтовка. Передала ей 20 патронов винтовочных, а себе забрала гранатомет. Потому что я вижу, что Шелла как-то не очень им пользуется, а вдруг мне пригодится. Так что... Мы продолжим сейчас проходить эту гробницу. Подбери. Ясно. Ё-моё. Да, слиток я возьму. Граната есть у Шевы, если что, будем об этом помнить. А может быть, она и воспользуется. Но я вот заметила, что ну не пользуется нифига она. Смотрите-ка. Птичек там сколько, или это все летучие мыши? Не знаю. Не пользуются ни гранатами, когда они у меня есть, ни гранатометом. Почему-то. Так, местечко, где не хватает трех составляющих. Видите, да? Три штучки. Судя по всему, это ячейки для трех предметов. Ну ты гений буквально, Крис. Ты нас всех ошарашил своей догадливостью. Блин. Я тебя вижу тогда. Ух ты! Похоже, они фокусируют солнечный свет во что-то вроде лазера. Офигеть. То есть нам сюда высовываться не следует. Понятно. Шева, пошли-ка. Обалдеть. Да, придется это проходить как-то очень аккуратно. Что это? Это разве не камушек драгоценный? Офигеть. Давай посмотрим. И прячемся. Шева, ты со мной? Ты только не умирай, а, пожалуйста. Я не знаю, куда мы идем. Но эти лучи явно надо пройти. А! Шева! Прибью тебя сама. Давай! Ясно. Что-то луч не появляется. Офигеть! Контрольная точка. Ух ты! Оп! Не ожидал. Получай! А, нет, 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 нет! Шева! Кидай гранату! Сейчас не могу! За мной должок! Ну, у тебя же есть! Граната! Самое время бросить! Ну, Шева, да, она не тратит. Времечко свое. Так. Так. Ты не хочешь нас немножко подлечить? Ясно. Подбери. Окей. Угу. Смотри, ну вот можно же бросить, да? Она стреляет из винтовки. Нет. Девочка моя, не то ты делаешь.
Давай я тебе вот это отдам. За мной должок. А у тебя заберу гранаты. Дай гранату. Бери. И себе их беру. Отлично. Получайте. Граната! Чего у нас там? Сзади народ? Как ты подкрался-то? Они спрыгивают откуда-то сверху. Шева, ты нас сзади прикрывай, там, по-моему, за нами идут. И, кстати говоря, не собираются отступать. Оп! Оп! Замечательно. Эти патрончики я возьму, если ты не против. Я дробовик как-никак трачу. Так его вообще переворачивают на текстуры. Что, со спины меня прикрываешь? Умница. Что-то, мне кажется, надо подлечиться. Смотри, как бежит. Оп! Давай. Бери. А Шева нас не лечит. За мной должок. Не знаю, по какой причине ты посчитала, что, ну, как бы и так нам хорошо. Но здоровье у нас было в половину всего лишь. Там, кстати говоря, я вижу одну из эмблем. Их три штуки, да, мы должны получить. И нам, наверное, придется избегать этих лучей. Ясно. Эй, кто там? Ясно. Вот это вот как раз, кстати говоря, смешаешь. У тебя там, по-моему, красная была травка. Есть чем смешать. Какой-то золотой череп. Желтенький такой. Так, кто откуда в нас стреляет? Давай еще сначала определимся. Вон он. Окей, парниша. Шева, прикрой. Так, ну гранатомет, не-не-не-не-не. Гранатомет, не-не-не. Что у тебя есть? Винтовочные есть, две смеси лечебные. Есть дробовик. Ну, в принципе, давай я тебе вот это-то отдам. Я свой автомат-то выложила. Мне не нужны эти патрончики. Опасно куда-то выходить. Я не вижу. Да, луч. Вот здесь проходит. Забирай. Спасибо, партнер. Да ради бога. Все для тебя. Так. О, смотрите, что я увижу. Как хорошо, что я обернулась. Сапфирчик. В какую сторону нам идти? Давай определяться. Ту сторону, наверное, мы сходили, да? Это тот же самый луч. Может, нам прямо пробежать? Да здесь заблудиться можно. Да, Шева? Давай прижмемся, посмотрим. Или мы наверху были? Погнали. Да, мы здесь были. Нам сейчас с тобой надо перейти. Только, Шева, не подставляйся под лучи, я тебя умоляю. Если ты умрешь, я тебя добью. Ага. Одну штучку мы можем положить уже сюда. Держи. Контрольная точка. Целых три еще. Три. Боже мой. Не высунулись. Пошли. Вот туда не надо ходить. Их там... О, как много. Беру-ка я винтовку. Ты же, Шева, не хочешь их отстреливать, да? Все, начали кричать. Эй, побежал, смотрите. А, спрятался.
Ну чё на тебя, два патрона надо? Да вы как так-то, ребята? Давай, Шива, прикрой. Так, отлично. Это, окей. Ты забирай денежку. Вон он. А, вижу, вижу. Ну все, кажется, Шива его шлепнула. И там опять это огненный пьедестал какой-то, или что это, я не знаю. На нем наверняка символ, который мне нужен. Как же хорошо они их охраняют. Что эти символы открывают? Дверку какую-нибудь? Забираем символ моря. Крокодил, по-моему. Шива, денежки, по-моему, хотела забрать. Мы слышим крики дикарей зараженных. Несчастные маджини. Полезли. Что мы будем делать с ними? Валить! Ух ты! Посмотри к нам, какие гости! Ты видела, видела? Да это, черт подери! Поджарили меня еще! Да куча! Не надо кричать! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Бабац, приложила меня хорошо! Шива, мочи его! Что происходит-то? Ты почему его не убиваешь? Хук ему! Отлично! Еще хук! Получай! Да нет, Крис! Он успевает что-то там собирать. Хук. Давай. Опа. Шева, ты держись поближе, потому что если придется меня подлечить, Хьюка-то такой у тебя. О, мы забрали у него какой-то драгоценный камень в виде сердечка. Я надеюсь, что мы тоже неплохо подзаработаем в этой части. Чтобы была возможность совершенствоваться. И вот, да, огромная туша. Туша-мутант. Я бы так это сказала. Шева, подлечи меня. Ну, я тебя прошу. Посмотри, как у меня все плохо. Дай траву. Держи. Оставим, да, на всякий случай. У меня есть, кстати, свободное местечко. Патронов дробовика нет. Ну, пусть будет у Шевы. Я не настаиваю. Ладно. Итак, второй символ заполучили. Надо понять, где третий. Прижаться. Прожигает. Иди сюда. Давай его сразу сюда выложим. Ну, так. Мне спокойнее. Все на месте. Так, в обе стороны сходили. Где третий может быть? Ага, лучи. В эту сторону сходили и в эту. Где-то я не прошлась. Какие будут ваши предположения, шеф? Ой-ой-ой-ой. Шева, ты нормально? Ты добежала? Пойдем вот сюда. Там, кстати, да, кувшинчики я видела. Ой! Ой-ой-ой. Опасно. Побежали. По-моему, что-то есть. Да.
Я нашла драгоценный камушек. Тут нет функции такой прижаться такой активной клавишей. Потом будем вот так выглядывать. И все ближе этот луч. Ташева! Я тебя умоляю. Давай, ясно. Иди сюда. А что, когда близко подходишь, он не запускается, что ли? О! Зеленая трава. Обязательно полечимся. Давай, ясно. Где ты? Тут, кстати говоря, давай обратим свое внимание. Где луч прожигает? В какую сторону нам бежать? Там, по-моему, спрятаться негде. Хотя там что-то поблескивает. Может быть, нам туда. И длительная задержка. Попробуем пробежаться вот сюда. Бежим, 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 бежим. Поворот. Шева, у меня для тебя патрончики. Ты где? Ты рядышком? Вот это забирай. Спасибо. А мне отдай тогда вот эти. Нужны патроны. Бери. Дробовик, я его заряжу. Ну так, чтобы у меня было немного. И у нас тупик. Тупик. Зря сюда бежали. И так далеко от этого луча бежали. Вон он, видишь, что делает? Прожигает. Погнали, 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 погнали. Нам, значит, в другую сторону. Шива. Ты встала прямо на дороге. Оп. Ее коцнуло. Ну как так-то, девочка ты моя? Как так? Давай. Окей. Иди сюда. Ты в порядке? Ты в порядке. Я-то в порядке. Ты почему не в порядке? Давай. Окей. Да, вот этот недостаток, когда играешь не по сети с кем-то, а с компьютером. Она не спряталась вовремя и получила ущерб. И стратили мы... Да, последняя. Хюка у нас на... Она мне что дала? А! Да ты что? Дала мне патроны для дробовика. У нас такой обмен. Давай посмотрим нам, видимо, в ту степь. Сейчас здесь начнется лучик. Мы за ним побежали, побежали. И поворачиваем. Так, Шева. Я тебя умоляю, больше без таких каких-то приколюх. Так, у нас низ есть, низ проход, но... Нет, мы здесь были, что ли? Да не может быть, я хожу кругами. Офигеть. А мне кажется, мы первый раз здесь шли. Ух ты. Круто. Так, занимаемся поисками. Третьей части. Сколько здесь какое-то все одинаковое. Не знаю, но мой взгляд. Да, нам придется побегать. Но было так очевидно собрать вот эти два, что нахождение третьего даже я не могу понять, где искать. Мы же вот в эту степь ходили. Так, а да, поняла. Ой-ой-ой. Нам нужно подойти в то место, да, где он там, эти кувшины. Надеюсь, меня здесь не заденет. Давай. Шева. Бери. Ясно.
Так, дальше что будем делать? Луч пошел. Сворачиваем. Ой, нет, нет, нет. Прижаться. Ну, не знаю, не знаю. Вот здесь Шиву, по-моему, поджарила. Однажды уже. Где? Где, скажите мне? Да Шива! Сама тебя пристрелю. Чё за дела? Вот, наверху еще один. Я вижу теперь, куда нам бежать. Побежали, побежали. Поворот. Вот там наверху, так как туда попасть? Дальше бежать. А, Шиву подсаживаем. Давай, девочка. Пошла. Походу, надо будет ее прикрывать. Да. Да-да-да. К Шиве бегут. Личность нехорошая. Но она их валит. Молодец. Ай, промазала. Да я мажу, что ли? Да не может быть. Они отпрыгивают. Ну, 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 ну. О, Шива взяла символ. Беги ко мне с этим символом. Я тебя здесь прикрою нормально. Все, молодец. Спасибо, партнер. Давай хук ему, хук. Давай. А! Черт, он меня врезал капитально. Получай. В ногу. Я не могу понять, конечно, что он делает. Он у меня, наверное, вот эта штуковина здоровенная отоваривает. Какая у тебя перезарядка? Ты в него стреляешь или что делаешь? Или мы в разных стреляли? Отлично, я не думала, что здесь будут снова эти мутанты бесячие. Так, у меня нет винтовочных патронов. У Шевы есть автомат, все нормально. Гранату мне давай. Где-то там насобирала три винтовочных у нее. Зато у меня есть гранатомет. Это хорошая новость. Так, мы раздобыли последний этот символ. Ой-ой-ой, отходим. Да. И нам с тобой надо бежать обратно. Ждем луч. И тут же вперед побежали. Буквально только он погас. Мы бежим и сворачиваем. Давай-давай-давай, заходи. Все, погнали, погнали. Шива мне иногда мешается. А-а-а, прямое попадание в нее тоже. Да что ты будешь делать? Кстати, нам нечем лечиться. Шива. Да? Да. Печально. А, символ есть, но теперь дойти надо. Здесь нас не прожигает до конца. А, да, и здесь можно постоять. Давай посмотрим, значит, как мы бежим. Сейчас пойдет луч, сразу бежим. Это же надо, я так долго ходила совершенно без урона мимо этих лучей. И тут такая фигня. Почему? Обидно. Прошел. Ну, вообще, я думала, что он убивает сразу. Шева. Нам что, не сюда? Спрыгнуть. А он только наносит повреждения. Но это хорошо. Ладно. Это еще терпимо.
Так, вот это место. Слушайте, ну этот уровень меня просто бесит. Просто вынос мозга. Да. Такой неприятный. Перемещения вот эти. От лучей. Здесь нет нифига. Лечиться-то нам нечем. Лучи сразу отключились. Как только мы двери открыли. Ну, конечно. Так, камушек отдайте. Мы на него купим себе хилок. Да, Шева? Ну, сохранили нас, это хорошо. Ну что нам с тобой делать дальше? Очень-очень нужны аптечки. Просто, не знаю, какая необходимость, крайняя, экстренная. Так, лучи. Очередная головоломка, такой колодец получается. Наверху окно. Шеф-то меня подлечить не может, обидно. Заперли нас здесь. Понятно. Чтобы выбраться, надо разгадать загадку. Да. Надо. Шева куда-то побежала. Эти лучи очень опасны. И она куда-то скрылась. Может быть, в безопасное место пошла. Давайте посмотрим. Ну, это, наверное, ближайший рычаг, который мы можем использовать. Так. Ага, теперь я здесь могу пройти. Аптечек не видишь, Эва? Она мне помогать не собирается. Ну ладно. Вот здесь что-то непонятное. Вот рычаг. Так, куда мы его поворачиваем? Сюда, наверное. Так. Или не так? Да. Что-то я не в ту сторону, похоже, повернула. Чего? Нет? Не вариант? Так. Сейчас еще вот это повернем. Нет, 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 не в ту сторону. Вот сюда. Так, кажется, лучи замкнулись. Остается только вот это повернуть. Может, еще? Что-то заработало. Не знаю, как я тут что-то делала, крутила, но что-то заработало. Вроде сработало. Мы готовы? Я тебя жду. И это лифт. Ну, странная, честно говоря, головоломка, очень странная контрольная точка. Эта опора мешает, но думаю, ее можно свалить. Ага, да, для луча она тут стоит, прям мешается. И опять Шева убежала. Что-то там подобрала, камушек какой-то, спасибо. Аптечки ищи, аптечки. Очень нужны аптечки. И здесь особо комментировать я даже не знаю. Так. Нет, наверное. Потому что мы будем, видимо, долго ходить. Долго перемещать эти лучи. Да, я сделаю так, чтобы мне можно было пройти. Здесь еще какая-то опора. Тоже ее. Вали, Крис. Вандальствуй.
разрушим. Тут и так все, в принципе, так довольно-таки разрушено. Мы разрушим все еще больше. И что? Какова наша задача? А, нам нужно, наверное, опять луч направить вот сюда. Тогда я, наверное, неправильно поворачиваю. Так. Честно говоря, даже не представляю, что я делаю. Что-то делаю. Так. Попробуем повернуть. Я не знаю, что получилось. Что-то я тут все насдвигала. Состояние крыса меня прямо беспокоит. Так. Теперь... Ну, Шева, по идее, должна была сказать: ура, получилось. Ну, что-то нифига. Нифига не получилось. Ладно. Замкнула на одном месте все это дело. А надо было навести вот сюда на лифт. Так. Дальше не идет. Окей. А это что, тебе не отражатель? Так. Давай передвинем. Ну, да, что здесь? Можно поговорить что-нибудь о резиденте? О, сработало, смотрите-ка. И играя в первый раз, я, в принципе, получаю хорошее такое удовольствие от игры. Вся система управления, все движок похоже на Resident Evil 4. Но это игру не портит. Совершенно не портит. И что первая часть была создана, она оказалась такой новаторской. Да блин. Блин. Да. Тихо. Что четвертая создала, в принципе, такое, знаете, как бы в мировом игровом мире впечатление прорыва, да. А эту игру уже Resident 6 ругали за похожесть, за то, что, ну, ничего нового, вот. То же самое. Но мне кажется, это нормально. То, что одна игра из серии, она похожа. Ничего страшного в этом я не вижу. Так. Опять головоломка, что куда повернуть, непонятно. А что, я эти не могу взять винтовочные, что ли? Очень плохо. Мы вот это сейчас скомбинируем и возьмем. Конечно, возьмем. Вот еще и свободное даже местечко осталось. Засилие пауков. А эта комната намного больше. Что здесь делать, я не знаю. Что делать? Все то же самое.
Это, кстати, мы, видимо, не можем, да, совсем поворачивать. Это такой монолит. Угу. Так. Так. Куда-то у нас луч попал. Только нам нужно то зеркальце еще повернуть. Система этих зеркал очень раздражает. Вот эту головоломку не должны были включать в Resident. Ну это же... это бред. Игра совсем о другом. Так. А это что такое? Игра о биотеррористах. О биологическом оружии. Причем здесь эти... Ай! Эти головоломки, эти гробницы. Это другой жанр. Ну да ладно. Патроны с картечью берем. Тут какого-то человека очень жестоко замучили. Даже не представляю, что такое возможно. Ловушка, сколько идти и ради чего. Он попался в эту ловушку. Весьма печально. Так, я сделала квадрат, получается. Ну ладно. Давайте попробуем вот это повернуть. Вот так, например. Так. Я, кстати говоря, могу еще в ту сторону сходить, но мне нужен луч. Мне нужен луч, чтобы направить его вот так. И... ага, вот в эту сторону и в противоположную. Как это сделать? Как? Там, наверное, откроются дверки. Угу. Отпустила рано. Так, 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 так. Думай, голова, думай. Я, наверное, этот момент вырежу. Угу, слишком далеко поворачивает. Нет. Ну что же, давай попробуем. Попробуем. Да, вот ту надо было повернуть, ладно. Вот же, вот-вот-вот, мы откроем одну дверцу точно. Ну-ка. Нет? Разве нет? Обидно. Хорошо. Есть. Это лифт. Но мне кажется, что мы должны были здесь открыть еще вот эти двери. Я здесь немного помучаюсь, потом вырежу это, наверное, из эфира. Потому что, скорее всего, это будет долго. Либо сделаю на быстро перемотке, как я это все открою.
Загорелся, кстати говоря, выход, и я уже в этот раз не открыла сокровищницы. Может, ну его нафиг. Я насобирала уже там всего. И ладненько. Не буду открывать, потому что знаете, что у меня Крис здесь два раза уже погиб, зажарился на этих лучах. Причем как-то непонятно совершенно. Непонятно почему. Так, подождите-ка. Мы можем тут пройти? Я передвигала эти зеркала, и вдруг он там начинал гореть. Меня это просто убивает. Бесит и высаживает. Есть! Получилось! Поехали, Шева, отсюда. Побыстрее уже, я заколебалась. Я два раза уже открывала гробницы, собирала там все. Потом пыталась открыть вот этот лифт, и каждый раз Крис у меня сгорал. Что, это ужасно. На третий раз просто меня это забесило. Что это за место? Как они растут под землей. Это необычные цветы. Ну-ка. Амбрелла? Что? Чем тут занималась Амбрелла? Без понятия. Но, похоже, тут уже давно никто не появлялся. Наверняка они хотели сохранить это место в тайне. А кое-где стоит логотип Триссел. Они что, работали вместе? Да, вот такая тайна Амбреллы. То, что она была компаньоном, можно так сказать, Трайсел. Так, добавлен новый файл у нас. И вот эти две бесячие смерти, которых не должно было быть. Крис просто у меня под этими лучами сгорал почему-то. Ладно, жаль, жаль. Ну, точность неплохая. Я продолжу прохождение в следующей части. До скорого. Пока-пока.